каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. Сейчас им уделяется особое внимание. Из-за возраста многие из них уже не имеют возможности самостоятельно ходить в поликлинику. Для того, чтобы хотя бы немного облегчить их жизнь, медицинский персонал проводит осмотры на дому. В ходе диспансеризации мы выявляем риск возникновения тех или иных заболеваний, риск возникновения, а также проводится контроль уже имеющихся заболеваний. По результатам диспансеризации даются необходимые рекомендации, а также, если требуется, направление к узким специалистам и на дополнительное обследование. Одна из таких выездных бригад приехала на дом к ветерану Великой Отечественной войны Александру Ковальчуку. Ему сделали электрокардиограмму, померили давление, проверили сатурацию кислорода в крови, взяли общие и биохимические анализы крови. По завершении осмотра врач-терапевт дала Александру Александровичу консультацию. Это их служба. Спасибо им за это. Я очень доволен. Персонал медицинских учреждений будет и дальше следить за здоровьем ветеранов, проживающих на территории Ленинского округа.